люди, переживающие Божье присутствие и Бога в себе, они об этом не рассуждают. То есть, когда ты попадаешь в то состояние, Божественное, и Бог проявляется через тебя, но у тебя нет фиксации и рефлексии. О, это Бог. Вот как только ум вернулся, о, это Бог проявился. Ой, мне сейчас хочется сделать доброе дело, а правильно ли я сделаю? И вот, скорее всего, Бог сейчас хочет через меня какие-то деньги там пожертвовать куда-то и так далее. Вот это включился ум, и это эго опять вступило в свои права. И вот этот пример с вдовой, которая положила последнюю лепту, это, возможно, это прекрасная метафорическая иллюстрация того, что вот просто бросаешь и все. Без того, чтобы подбивать это богословски, осознавать, куда это пойдут деньги, будет ли какая-то отчетность по поводу этих денег и так далее. Вот это тот порыв. И вот интересный момент, что люди, пережившие и живущие из сути, они потрясающе спонтанно. Но каждый их жест, каждое их спонтанное проявление несет колоссальную жизненность. Это все всегда по правде. Там нет ни тени какой-то двойственности, лукавства, недоговоренности или позы. Вот. Более того, совершенно непонятно таким людям, как можно на этом заработать дивиденды, они в другом совершенно находятся. То есть они просто живут. Это как источник не рефлексирует, куда он течет. Он просто вытекает, он иногда в грязь вытекает, иногда в луг, иногда в какую-то красивую чашу вытекает. Но источник совершенно не спрашивает о своем пути, он просто дает. Если берут, то берут, если не берут, то не берут. Он не обеспокоен рефлексией по поводу себя.